наступала зима, как мы, советские дети, радостно начинали ждать зимние праздники, в частности Новый год. Во-первых, это подарки, во-вторых, елка, в-третьих, это ожидание чуда. Наши родители, конечно, были озабочены, прежде всего тем, что и где купить к Новому году. Я, например, помню, что советское шампанское было страшным дефицитом и закупали его к Новому году чуть ли не с октября. Мандарины и бананы были редкими удовольствиями по тем временам. Зато мы не знали тогда никаких проблем. Мы ждали Нового года с радостью и предвкушением новогоднего карнавала. Сначала в садике были утренники, где все дети были снежинки и зайчики. Мы звали Деда Мороза и все до единого свято верили, что он настоящий. Сохранились фотографии с садикой с Дедом Морозом и подарками в кулечке. В конце декабря во всех детских садах и школах проходили новогодние утренники. Современные детворе не понять, что за странные костюмы на новогодних утренниках носили их мамы, бабушки и прочие взрослые родственники. А зачем на платье нашивали мишуру? А ведь когда-то именно костюмы снежинок были самым шиком на новогоднем утреннике. С какой гордостью мы вышагивали к елке и, волнуясь, читали заученные стихи детсадовским, Деду Морозу и Снегурочке, загадывали желания и фотографировались рядом с ними. Садике или школе всегда давали подарки, а еще и родителям давали приглашение на работе на городскую елку, поэтому чаще всего советские дети получали по два, а то и три подарка. Подарки были настоящие, наполненные самыми лучшими конфетами, ибо традиция на Новый год иметь все самое лучшее идет с давних пор. Такие советы, как выбрать лучший и безопасный подарок ребенку на Новый год, были немыслимы. А сейчас, к сожалению, такие заголовки можно встретить в интернете. При всем нынешнем изобилии, по-настоящему качественные конфеты доступны не всем. В нашем детстве вкусные настоящие шоколадные конфеты были доступны всем. В подарках обязательно была плитка шоколада, несколько грецких орехов, пару мандаринов и яблоко. Последние два были взаимозаменяемыми. У нас в Киргизии в подарок входили еще манаски. Манаски – это такие большие шоколадно-вафельные конфеты, безумно вкусные. Что-что, а шоколадно-вафельные конфеты во Фрунзе делать умели на высшем уровне. Кто хочет шоколадно-вафельный торт в желто-коричневой упаковке, с толстыми полосками шоколадного оформления по краям, ставьте лайк, посмотрим, сколько нас таких. Также в подарке было много разных конфет. Сначала съедались самые вкусные, как правило шоколадные, с темной начинкой, затем средненькие, шоколадные с белой начинкой, ну и в последнюю очередь шли ириски, сосульки и карамельки. Хотя нет, в последнюю очередь съедалось печенье. Хотя у нас и было вкусное печенье, самое распространенное это было юбилейное, но я не помню, чтобы дети его особо любили. Thank you.
еще я помню, что был новогодний огонек вокруг смеха, голос диктора и бой курантов. Все это было как-то душевно и мило тогда, вперемешку с наступающим сном. Радость от подарков и вкусной еды, это, конечно, было здорово, но самое лучшее из всего этого было то, что все были молодые, дружные, счастливые, рядом и вместе. С наступающими праздниками, вас, друзья, родные, подписчики и просто зрители. Всех вам благ в новом году и побольше радости. Thank you.